Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть с модом Омега. Вчера во время стрима я уже рассказал, теперь расскажу вам, тем, кто не был на стримах, кто не ходит на них. Я заболел коронавирусом, поэтому неделю меня не было. Ну, просто-напросто не в состоянии был записывать, нос не дышал. Теперь коронавирус как ОРВИ, да, или как ОРЗ, не знаю, как правильно назвать. Теперь он проходит неприятно, но быстро. То есть где-то 4 дня я был, ну, вне кондиции. То есть у меня голова постоянно болела, температура какая-то небольшая была. И потом еще 2-3 дня отходняк, то есть вот это вот все насморк, покашливаешь и так далее. Вот вчера более-менее я уже созрел, постримил, сегодня мы продолжим играть уже на серии. А что у нас изменилось? Ну, во-первых, на позапрошлом стриме мы прокачали кабанчика в Godlike, то есть это уже такой серьезный агрегат. На прошлом стриме мы приручили Brutal Лютоволка, Brutal Грифона, вот такого Taming Deathmode Ultimate. Давайте я верну надписи вот так. Ultimate Taming Deathmode. И у нас Thunderstorm Omega разведчик. А, кстати, вчера на стриме приручили вот такого Эдварда. Prime Edward Mantis. То есть мы его прокачали парагон душами. Там еще буквально две парагон души, и он будет Омега. Это будет совсем круто. В руки, точнее, в клешне, да. Я ему дал мультитул легендарный, но говорят, что надо давать все-таки айсискл. Не знаю, как это... Сосуля, короче, говорят, сосуля. Почему-то так ее называют. Я еще попробовал дать Эзерал Спир копье. Но опять же, вот это вот все мы будем тестить, когда дадим ему еще две парагон души. Я, кстати, очень-очень хочу себе омега-друида, но они почему-то не хотят появляться. Просто отказываются. Ладно, это мы все потом. Парагон. Мантисы. Если мантисов не будет, скорее всего, мы зачистим мир. Да, надо это сделать. Вот, кстати, разведчика нашего можно улучшить. Подкачать. Давайте. Если вы хотите посмотреть, как я дрался с первым боссом, это было довольно-таки больно и странно. Не знаю, такой бой был, что я ничего не понимал, что происходит. Загляните на стрим, чисто вот этот момент гляньте. Я понимаю, что не у всех есть возможность пересматривать стримы. Так, погнали. Все, да? Я еще ни разу не прокачивал существо парагон душой. Я делал эволюции, да. Вот мы богомола эволюционировали. Он был обычный, по-моему. И мы эволюционировали его уже в прайм. А вот парагон души ни разу еще не прожимал. Давайте прожмем. 1 951 000 хп и 622 000 урон. Прожали. Ох, ни хрена себе. Нифига себе, какой лютый буст. Я хочу потестить. По 208 000. А я не знаю, по сколько было, если что. А, по 311. Обалдеть. Хорош. Кстати, мегалодончика уникального, как он там называется, Шаркнада, мы тоже приручили, который типа из воды выныривает и летит. Но я почему-то на базе его не могу призвать, типа надо в воде. Но говорят, что первую секунду любое существо, которое вы выкидываете из шарика, оно обычное. Соответственно, если его все-таки выкинуть на сушу на базе, то, скорее всего, за первую секунду тут же отлетит. Поэтому, наверное, и нельзя. Ой, какой красивый. Обливиан. Это уникальный. Он уникальный. А у меня с собой киблов таких нет. И телепортов, да, нет? Блин, какого он цвета кайфового. Я лечу на базу за киблом. Обливиан. По-моему, Обливиана у меня нет в быстрых закладках в поиске. Мы бы его, наверное, не нашли. Вот только случайно, видите, пролетом через карту. Уникальный кибл. У меня бета есть. И есть, кстати, два лаки кибла, которые мы получили с убийства трежер бога. Но я их экономлю, не трачу. То есть мы подождем, когда появится омега парагон кто-то. Кто-то хороший. Блин, ну вот это верно жесткая на самом деле. Ультимейт. Она еще мелдаун, я так понимаю, взрывная какая-то. Мне надо ее убирать.
Так. Тихо-тихо. Все, спать. Это у нас кто? Гост-жаба. Кстати, по ним по ночам, по-моему, да, урон проходит. Омега. Реактив Барионикс. Найс. Ой, неплохо. Прилетело как надо. Какой же он красивый. По-моему, Капразок здесь где-то рядом. Посмотрю-ка. А, нет, он в центре. Ну все тогда. Приручаем. Держи, Кибл. Надо тайминг? Мне почему-то кажется, что не надо. Да-да-да, обошлось. Без тайминга эликсира. Забрали. А вот парагон сарказухов, мне кажется, я не видел. Либо не обращал внимания. Нам бы по-хорошему сегодня брутал бога убить. И прокачать нашего волка. Говорят, что он будет намного сильнее. Прям намного. О, импульс Карно, альфа. Где-то у нас возле дома. Ну ладно. Такого мы еще не видели. Не знаю, сколько он там проживет, он всего лишь альфа. И он в секвойке. Но шанс есть. Вот он. Опа. Он телепортер. Я понял. Там ужасные птицы ходят, судя по всему. Все? А, вот еще. Вот теперь все. Так, альфа Кибл. Надо ли давать? Наверное, надо. Все, готово. Хорошо. Парагон. Титана муравьев просто тьма. Просто тьма. У меня дома еще лежат души на них. Вот кого надо приручать. Титана муравья. Опа, еще один. Бета. Бета Меркьюри. Какой-то мамонт. Гуляет на улице, но он с кем-то дерется. Это нехорошо. Ультимейт снежная сова. Смотри. Блин, я его вырубил, что ли, нет? Так. Мы ему немного поможем. Все. Ну, у него нормально так здоровье. 68 тысяч для бетки. Он типа метал. И огненный, да, судя по всему. Хорош. Бета Кибл, наверное, 2. 1. Ладно, 1. Что-то я не посмотрел просто в начале. Внимание было другим отвлечено. Хорош, хорош. Прям по уникам мы стронулись с места. Кучу всего нашли. Да, все нормально. А, я ж чисто из пузыря. Опа. Вот так. Блин, парагончики красивые вообще. А почему не убило? О, все. Забрали. Забрали. Значит, мамонт у нас бета. Соответственно, следующий тир альфа.
Кладем сюда парагон душу мамонта. Альфа-тир. Крафтим. Сюда надо альфа-эссенцию и парагон душу. Ничего такого. Вот она. Выпускаем нашего мамонта. Куда-нибудь вот сюда. Вот он. Бета-Меркурия. И прожимаем ему альфа-токен. Все, он теперь альфа-Меркурия. 170 тысяч здоровья. По-моему, очень даже неплохо. Есть подозрение, что нам далеко не стоит ходить, но просто посмотреть я бы все-таки хотел на них. Давайте с Арказуха начнем. У него должно быть две способности. Первая — гамма-рей. Понял, радиации бьет. А что это здесь горело сейчас? Труп? Открыл таблицу. Вторая способность — пишут Starfire. То есть это чисто космик у нас. Но почему-то... Я не понимаю, как призвать это все. Alt, Ctrl, O, Q. Где это Starfire? Блин, какой космический цвет классный. Обалденный. Ну вот же. На C он просто прыгает на него. Видимо, эта кнопка, она какая-то другая должна быть. Alt, Ctrl. Ctrl, X. Нет. Это так не работает. У него две способности. Телепортер и кнокбэк. То есть отбрасывать, да, он может. Ну-ка. Это телепорт. Ability cooldown. А кнокбэк? Оно, наверное, как-то само по себе работает. Тоже на Си ничего не происходит. Блин, не откиснуть бы. Но они вроде отлетают вон. То есть, судя по всему, она по умолчанию есть, эта способность. Но у нас альфа-импульс, так что мы можем еще кому-то что-то показать. Телепортер — это прикольно. Что-то типа, не знаю, как это назвать. Это способность инфорсера. Ну, его способности мы уже видели. Это огненный шторм, и он металлический. То есть, по идее, он нам металл несет внутри себя, приносит. То, что он металлический, видно издалека. И огненный шторм. Ну и плюс фармит. Они интересные, но, наверное, не то, что нам нужно, да, в каком-то смысле. Вот сюда. Ну что, убьем Брутал Бога, наверное, да? Надо, кстати, проверить, есть ли у нас Омега-душа Брутал. Здесь небольшая зачистка. Блин. Почему, когда я зачищаю, всегда так происходит? Омега-тандер-шторм миньон. Блин. Во-первых, это забираем. Коллектив. Во-вторых, это. Да иди ты нахрен, откуда ты взялся, Омега? Да, вот. Увидел. Но я не попаду по нему, только ночью. А, попал. Как тебе такое, чувак? Даем ему все изделия наши. Себе ничего не оставляем. А сюда 100 душ. Где они вот? 100 и... Коллектив Брутал. Брутал. А, наоборот. Сначала Брутал, потом 100 душ. Блин, как бы это плохо не закончилось. Ну ладно. На всякий случай, наверное, сразу прожму пару хилок. Даже побольше. Ой, я по миллиону бью. А сколько здоровья? Ерунда. Хилки только потратил.
Все, я думал, будет сложнее. А где? А вот, вижу. Крейт. 13 секунд. Куда-то в стороночку. Гамму пока что врубим. Прожимаем хилки мелкие. Вот так. Ой, аллозавр. По 200 тысяч бьет. Ну, еще куда ни шло. Терпимо, мне кажется. Пока хилки работают. Сразу прожимаем. Где указатель? Вот он. Вообще на изичах мы его убьем, мне кажется. Ой, нет, а вот это больно сейчас было. Изи, изи. Изи-бризи. Пробиваем. Пол хп у него уже. У меня полное хп. Мой хп больше твоего хп. Давай, 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 давай. Так, прожимаем что-нибудь. Ну, я нормальный урон ему наношу. 1 191 000. Прям все хорошо. Здоровье начинает уходить. Прожимаемся. И добиваем. Хорош. Это было несложно. Все. Забрали. Брутал. Нам с него не дали красную душу. Дали вот такую. Но такого бога я не буду призывать. Если это вообще возможно. Потому что мы не готовы, скорее всего. Так. Волк. Ты где, брат? Ну что, качаем тебя. Закидываем. И седло только заберу. Кстати, офигенное седло. Почему 240? Оно было... А, вот здесь 500. А здесь 240. Странно. Так. Прожимаем. Прям как красное пятно. Просто невозможно разглядеть какие-то части тела, если они не выпирают. Ну ладно. А 3 878 000, но помним, да, что он недокачанный. А надо было ли его докачивать, вопрос. Наверное, надо было, а может и не надо было. И 319. Но это из-за недокачанности. Но все равно я ожидал большего, на самом деле. От Godlike. От Godlike Brutal Волка. И давай, помогай. Помогай, волк. Ты что, гонишь? Почему он ничего не делает? Придурашный, блин, какой-то. Ну, я не чувствую, что он какой-то суперсильный. Вроде бы брутал. А по силе, ну, как омега кто-нибудь, я не знаю. Наверное... Брутал не панацея. Я, если честно, ожидал другого результата. Думал, сейчас буду по 2 миллиона всех кусать. Но этого не произошло. Причем он дальше-то особо не качается. Бета-парагон, альфа-кабанчик. Найс. Можем апнуть кабана. Это будет офигенно. Мы сможем фармить боссов. И мне бы его апнуть раза 2-3. Ну, конечно, об этом мечтать только приходится, потому что это первый
Альфа Парагон Кабан. Я боюсь представить, сколько у него здоровья. Ой, не знаю, только не в камне, пожалуйста, не в камне. Ходи просто, просто по земле. Просто ходи по земле, пожалуйста. Да. Да, я его вижу. Не знаю, сколько там здоровья. 1 400 000. Терпимо. Это еще терпимо. Лупим дальше. Мне бы критов побольше. Вот по 31, которые... Ну, мы еще апнули, кстати, да, разведчика, так что нам помогает. Все, один разок. Бам! Хорош. Забрал. А вот. Я думал, вниз улетел. Омега-друид, большерогий олень. Блин. Я хочу. 6 миллионов, да, или сколько? А, 61 миллион здоровья. И сколько? 1 200 000. Бам! 123 миллиона здоровья. И 2 500. Просто убийца. Хорошо. Очень много здесь камней. Меня это напрягает. Если он хотя бы лапкой, я так понимаю, появляется в камне, то уже все, ГГ. Ходит. Это он же, да, зеленый? Да. Что у нас там? 151 тысяча всего лишь. Я на всякий случай прожимаю себе хилку. Все, вырубил. Вот оно это все. Растет. Вообще, да, жесть. Один кибл. На. А, тайминг зелья не брал. Ну ладно. Хорош. Вот следующая наша цель — это Миракл. Мы будем периодически прочекивать. Давайте сейчас тоже глянем. Так, Дес. Важный, да, для нас, да и на них. И Миракл. Ультимейт. Именно Омега. Омега. Омеги не вижу. Ладно. Погнали на кабане. Кабан должен быть просто монстром сейчас. Ну, для обычной живности, да? Мы не берем всяких богов, например. 4 700. 4, блин, 700. А способностью... Кого-то Миракл убили здесь. По 2 ляма, по 1 800 000. Лютый убийца. Просто лютейший. Ты кто? Лют? Ну, ладно, с тобой все понятно. Тут все хорошо. Погнали. Большерогий. Он фармить должен, по идее. Ну, фармить, да. Но кому бы это нужно было? 11 тысяч урон. Как-то непривычненько, да, уже на обычном Омеге ездить. Но для Омеги 11 тысяч маловато так-то. Надо способность... Ага. А зацепил я? А, эти деревья стреляются. Обалдеть. Я понял. Офигенно. Мне очень нравится, вот как это выглядит. Возможно, это не супер сильно, но смотрится вообще кайфово. Погнали. Со стороны прям глянем. Просто бум-бум-бум-бум. Вот оно. Просто какое-то болото создает. И вокруг куча трупов сразу.
Ладно, друзья, на этой хорошей ноте, я думаю, сегодня мы закончим. Очень много всего крутого сделали, кайфового, поприручали. Построить не получилось, хотя я на самом деле думал что-нибудь построить. Ну да ладно, потом. Всем, кто посмотрел до конца, огромное спасибо. Встретимся в следующей серии. Пока.